Диоптриметр Nidec LM7720. Вот так выглядит прибор. Небольшой, компактный монитор есть. Также принтер. Значит, с правой стороны ручка изменения диоптрии. Вот я кручу, меняется диоптрия. Это нужно для определения. Значит, следующее — это упор для очковых линз и очков, если необходимо измерить диоптрию. Вот. И, значит, система центровки линзы. Это вот зажим ее, и вот таким образом центрируется линза. Значит, попробуем сложную линзу сразу. Это астигматическая линза. Значит, ставим линзу под упор. Как видите, крест у нас находится в размытом состоянии. Для того, чтобы измерить диоптрию, нужно вот этой ручкой крутить до тех пор, пока не будет четкая видимость этого креста. Для этого можно поменять чуть-чуть, подкрутить линзу. Итак, вот у нас первая часть уже видна. Вот 0,75. Видите, горизонтальная линия контрастно видна, вертикально нет. Теперь крутим дальше для того, чтобы вертикальную линию сделать контрастной. Это будет показателем второй части этой линзы. Вот так у нас получается 2,25. Диоптриметр имеет принтер. Нажимаем на кнопку, и принтер все это выдается, значит, вот на следующую бумагу. Так вот выглядит еще раз прибор. Совершенно простой. Можно выводить каждое показание на ленту. Вот RL — это правая, левая. Также менять сферу плюс-минус и так далее. Прибор очень простой, надежный в работе, не ломается, прекрасно точно показывает, поэтому вполне очень часто используется в оптиках и в других офтальмологических учреждениях, где необходимо измерение линзы, а также центровка ее. Также, кроме таких линз твердых, еще можно измерять контактные линзы. Вот на вот этот вот кружочек ложится контактная линза, можно измерить и диоптрию контактной линзы. Одним словом, прибор очень хороший, поэтому есть смысл им пользоваться и приобретать. Всего хорошего!